каком городе вы родились? В Омске. В Омске. В городе Омске. В Омске. Вы коренные амичи? Так, да, точно. Мы коренные амичи. Амичи. Ты коренная амичка? Да. Вы из Омска? Вы родились в Омске? Ну, не совсем в Омске. В районе родилась. Я нет, я не местная. Я родилась вообще на Украине. Донецкая область. А я здесь. Вы давно в Омске живете? 20 с лишним лет. А вы? Ну, я тоже. У вас был опыт проживания в других городах или странах? Да, был. А в каких? В Москве жил. Долго? Год. Скучали по Омску, по родине? Честно, да, немножко. Но больше не по городу, а по людям, которые здесь живут. Что любишь в Омске? Ну, хороший город, я много что люблю. В Омске я вообще-то люблю театр и концерты. Ну, здесь природа красивая, зелени люди много. Люди хорошие здесь живут. Это родина, ее надо любить. Не знаю, меня все устраивает. Ну, что все, погода, не знаю, люди? Ну, люди. Погода. Есть места хорошие. Ну, только зимой холодно. Да. Солнечная. А зимой? Зимой снег и мороз. И солнце. Любимые места в Омске? Красно-белые. Тарские ворота. Площадь. Че еще? G-Drive Arena. Парк тридцатилетия ВЛКСМ. Да, советский парк. Любимое место в Омске – это Любинский проспект. Там красивые старинные здания. Это называется русская барокко, потому что всего много, все маленькое, все очень хорошенькое и цветное. В Омске очень красивый центр. Он такой старинный, он очень аутентичный. Вот эта дорожка по набережной. Вдоль всех набережных. Ну, вот этот, наверное. Зеленый остров. Ну. Это парк. Да. Ну, мне нравится Ленин у нас. Это, да, улица красивая, Ленина очень там, красивая. Наверное, самая красивая в Омске. В Омске любимые места, Парк Победы. Если бы у тебя была возможность улучшить Омск, что бы ты сделала? Когда-то город Омск назывался городом-садом. И каждый мэр, кто приходит на смену, обещает это сделать, и никто не делает. И вот я бы это сделала точно. Если бы у вас была возможность что-то изменить, что бы вы сделали? Что бы вы улучшили в Омске? Наверное, дороги. Дороги? Все? Метро построили бы, лучше было. Наверное, пока больше не скажу, что еще. Структуру здесь нужно улучшить. Например? Например, облагородить парки получше. Да, порядок навести. Больше сделать площадок для подростков, для студентов, наверное. Да, чтоб не баловались и не занимались чем попало, а занимались спортом и вообще, чтоб меньше было плохих мыслей. Как вы могли бы улучшить Омск, если бы от вас это зависело? Пару улучшений? Да. Знаю. Дороги бы сделал. Ну, их и сейчас и так делают, в принципе, как бы, вопросов нет. Я не знаю, как бы, это сильно, наверное, глубоко политический вопрос, я бы так сказал. Я больше коктейльчики смешиваю, нежели как-то улучшаю жизнь в своем городе. Я улучшаю настроение у людей, которые здесь живут. Хорошо, а как можно сделать Омск лучше? Заниматься городом. Заниматься? Правительство. Ну да. И воровать поменьше. Если бы у вас была возможность улучшить Омск, что бы это было? Метро. 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 Сделали бы его. А его нет? Нет. Что-нибудь еще? Улучшения какие-нибудь были бы? Можно дороги бы подделали. Нормальные дороги. Больше бы поставил каких-нибудь забегаловок. Например? Там те же самые KFC, еще что-нибудь такое. Отреставрировали бы ТЮЗ. Да. ТЮЗ, момент. Да. А с воздухом решали бы проблему? Да. Еще один аэропорт. Ну, зачем? Решили бы проблему с нефтезаводом. Да. А что, какая проблема? Проблема выброса газа в атмосферу. Да, слишком много. А еще хотят сделать свалку городскую, да, за деревней Зеленовка. Да. Она там не нужна. Да, конечно, вообще вроде рядышком живем. Потому что оно все к нам будет лететь. Зачем вам эти ленточки? Потому что
что мы выпустились. Мы сегодня выпускной у нас. Аттестаты вручили. Да. Так что мы отмечаем, ходим. Да.